Что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Дариди. Вот сегодня мы поиграем в Вормикс, давно не играли. Ну, мы просто поиграем, не будем там всяких боссов побеждать. А также какое-то обновление, тут альпийское обновление появилось. Не знаю, что это такое. Так, ну это шутки кончились. Так, 1 апреля получилось удачным, и теперь самое время сражаться без шуток. Боевые гаджеты новые появились. Приятное нововведение. Просмотр вражеского арсенала и ускорение прицел шифтом. Гонки на веревках мы с вами играли. Так, ладно. Так, что у нас тут? Давайте заберем бонус. Свой магазин. Так, ну тут ничего не поменялось. Арена. А, это гонки на веревках. Я думаю... Ну давайте один раз сыграем. Кстати, я хотел музыку отключить. Музыку отключим. Давайте один раз сыграем, посмотрим. Навык у нас появился, нет? Так. Честно говоря, блин... Немножко непривычно. А давайте пока тут оставим. Не знаю, как у нас вообще получится всю эту трассу пройти. Но это очень сложно, особенно вот этот... Вот это место, этот момент, это сложно. Пишите в комментариях, ребят, как вы думаете, как мне лучше пройти. Вот он финиш, кстати, нужно сюда встать. Но тут тоже, сказать вам, не очень-то легко. Я так понимаю, надо вот по этим двигаться, по левой или по правой стороне. Блин, я не заметил ее. Как же так? Немножко приблизим. А, также что-то стоит. Чекпоинт первый, я думаю, легко до него добраться. Но мы не будем только конкретно веревку играть. Я просто хочу немножко вспомнить. Посмотреть, как, допустим, Женя играет. Женя молодец. Так. Да что ты будешь делать? Как он этот препятствие прошел? Причем вот эти постоянно меняются, вот эти синие штуки. Постоянно они в разных местах. Это делает более универсальным. То есть к карте не привыкнешь. Потому что она постоянно меняется. Да что ты будешь делать? Я не знал, как это пройти. Это сложно. Это очень сложно. Ну, попробуем так. Не знаю, раскачаться как-нибудь. Ну, давайте хотя бы так. А, пока что оставим. Ух ты, ничего себе. Это было очень круто. Это было реально круто. Молодец, респект, что я могу еще сказать ему. Да, вот, а у меня нет, у меня хреново все. Да уж, ну как так можно играть? Давайте посмотрим на Женю, что он тут предпримет. Чекпоинт, я вот постоянно забывал тут его использовать. Я думаю, немножко поиграем в веревки, ведь это прикольно. Так. Все, я уже немножко начинаю учиться. Отлично. Так, ну, хотя бы тут встали нормально. Посмотрим на Женю, что он сделает. Ссылку на игру я оставлю в описании.
Вот. Ну, я думаю, она не нуждается. Вы сами знаете прекрасно эту игрушку Wormix. И что, он будет тут ждать, что ли? Ну, пускай ждет. Ну-ка. Мы тем временем отправляемся в путешествие. Так. Я не рассчитал. Жду приказа. Я думаю, мы его догоним тут. Вот это прикольное препятствие, мне нравится. А вот не знаю, как же они с этим справиться, это реально сложно. Именно вот это пройти участок. Жду приказа. Да ж твою ж, блин, ну как я так-то сделал-то? Ну и когда он умрет уже? Все-таки интересно немножко поиграть, посмотреть. Может быть, Женя справится. Кто-нибудь же должен справиться. С этим зданием. Ну и реально сложно, очень сложно выиграть. Это было смешно. Так, ладно, давайте в меню пойдем. Там, смотрите, коза какая-то. Арена, вот давайте в арену поиграем. Так. Что ты будешь делать? Не может достать. Мы за кого играем? Мы за красных. Так, где мой паукан? Кстати, у меня один атакер же, по-моему, да? Этот, по-моему, не атакер. Атакер или я, да, получается? Да. То есть носорогом нам надо будет атаковать. Взять даже вот эту штуковину. Нашел. И можно чисто калашом бить. Огонь. По 23 неплохо. У него защита, да, броня 21 брони. Вот я, допустим, могу его... Да все что угодно сделать, могу его даже поджарить. Богема. Мазила. Неплохо, да, по десяточке? Так, также у нас есть Ремингтон, давайте попробуем им. 247 у нее. Вот тебе. Ты погоди у меня. 247, ну почти 200, да, 180 где-то я нанес. Вот. Урона. Вот тебе. Вперед. Так, ну тебя я могу просто и жарить. Значит, продолжает яму себе делать. Так, неплохо. Хороший дробовик. По 50. Красава. Вперед, прыжок.
Так, ну чем бы тебя добить, я даже не знаю. Давайте попробуем. Прыжок. Прыгнуть. Прыжок. Нифига себе. Прыжок. 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 А, все закончилось. Давайте из ремингтона попробуем. Ух ты, какая граната. Я чуть не погиб. Вперед. Прыжок. 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 Промазал. Ух ты, как красиво, я вперед. Погиб. Не попал. Цель обнаружена. Красиво. Нифига не красиво. Как глупо я погиб. Это будет более точно. Так, ладно, у меня есть крутая штука. Сейчас вам покажу. Так, где, кстати, она? А, вот они. Еще улизнул, смотрите. Так, ну все, я тут хотя бы справился. Теперь можно, я не знаю, телепортироваться, допустим. Где мой телепорт? Вот тебе. Командир. Брони, конечно, у меня не очень много, но меня легко убить. Ну, тем самым я тоже могу легко убить. Да, сэр. Рыжок. Так, ну-ка. Давайте его вот так сделаем. Ух ты! По 30. Вот тебе. Ну-ка, ну-ка, прыжок. Прыжок. Да, он точно так же сделан, только. Жду приказа. Ты еще жив? Что ты не сделаешь? Ох ты, блин, больно вот было. Тебе. Жду приказа. Ладно, тут им можно калашом, чтоб уж наверняка. Вот. Хорошо, давайте следующий бой. Жду приказа. И немножко поизучаем свой арсенал. Так, что тут сделать-то такого интересного? Ну-ка, смогу ли я вот с помощью этой? Ух ты, блин. Не умею я играть. Ах ты, гад-то какой. Так, ну вот тебя нужно использовать с умом. Ну-ка. Ты шредер. Прыжок. 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 Вот тебе. Ну-ка, ну-ка. И хуй сейчас шредер. Нифига себе. Вот тебе. Жду приказа. Так, я предлагаю перейти. Жду приказа. С опять им. По 22, я по 40. Месть. Да, сэр. Потому что он бронер.
А бомбы пропадают со временем потом. Так, ну что я могу сделать? Что ты будешь делать? Занесло меня что-то. Я их постоянно путаю, они похожи. Дочери Ремингтоном, что ли? Ух ты! Наверное, больно было. Огонь. То есть, наверное, передадим ход. Теперь погоди у меня. Есть. Обожаю это делать. Ну-ка, ну-ка. Ремингтоном. Есть. Да, в принципе, ничего страшного. Давайте возьмем вертолетик, он у нас один. А, вертолет тоже рушится, потому что управлять-то некому было. Вот они такие меткие, вот этими. Не попал. О, командир. Давайте по шредеру попробуем ударить. Всего лишь тридцаточка. Ай, жду приказа. Огонь промазал. О, командир. Отличиться мы с вами сейчас не сможем. Ладно, давайте используем овцу. Ух ты, под низ как. Сейчас пробуем долететь. Ах ты, я же лечиться не могу, я забыл совсем. Ладно, давайте ремингтон используем. Не знаю даже... Я даже не знаю, как это. Что ты будешь делать? Не попал. Ты погоди у меня. Так, ладно, тут самый лучший способ это спрятаться, конечно. Залечь на дно. Ну-ка, ну-ка. Не попал. Теперь погоди у меня. Так, ну теперь я использую. Кстати, надо заземлить рядом было поставить. Вот заземлитель, вот эту штуку рядом надо было лучше поставить. Ладно, давайте авиаударом побьем их. Одна долетела такая. Так, ковробомба у меня еще есть.
процента у него осталось. Чтоб ты по себе попал. Давайте один раз жалить его, все. Блистательно. Так, ну тут, я думаю, можно телепортом. Месть. Я думаю, он меня навряд ли убьет. 133. Все-таки убьет. Нет, не убил. Тогда я его просто с пистолета, с калаша добью, и все. Так, ну давайте для разнообразия еще... Еще раз играем. Можно открыть. Давайте откроем подарки. Порадуемся немножко, окей. И один раз поиграем. Теперь погоди у меня. Нужно чувствовать веревку. Блинский. Я мог туда добраться. Ладно, давайте посмотрим Серегу. Я думаю, Серега молодец, Серега справится. Тут все на равных тут. Нет, Серега. Прошу прощения, извини, ну просто. Серега сдался. Давайте следующий бой. Не знаю, почему он сдался. Ведь все только начиналось. А, Степан первый сейчас ходит. Смотрите, Степан более тактичный. Я думаю, у Степана все шансы. Твою ж мать, грёбаная минка. Да, сэр. Степа ходит. Так, вот так, значит, захотел. Неплохо. Что ты будешь делать? Не получилось малость. Ладно, давайте покажем ас, кто из нас круче. Не может зацепиться. Я думаю, тоже не такой уж профессионал, но хотя шансы есть. Он более тактичный. Немножко поспешил, но мы все же ближе. Мне кажется, это интересно будет. Зато я минку обезвредил. Вперед.
дальше ничего не. Так, неплохо. Неплохо, ребят. Вот мне не повезло, в отличие от Степана. Степан еще, помимо того, что тактичный, так ему еще и везет. Реально фартит. Ну-ка. Так посмотрим, что он будет тут делать. Мне даже интересно стало. А, чекпоинт. Я чуть не забыл про него. Так, тут лучше издалека играть. Ну что же я поторопился? Что же я поторопился? Надо было это делать не спеша. Надо придумать, как вот этот участок пройти. Тут нужно часто двигаться. Я знал, как это проще сделать. Хотя тоже неплохо. Молодец. Да уж, что-то я вообще в неудачном месте. А, давайте смотрим на Степана. Хотя тут надо приготовиться сразу. И опять я заново. Жду приказа. Немножко помучимся, если что, выйдем. Может, Степан сам выйдет, ему надоест это. Не знаю, что он ждет. Хоть его, наверное, он выйдет, сдастся. Пройдя этот участок, тут будет. Там будет попроще. Блин. Просто думал, что Степан, может быть, выиграет, хотя бы посмотреть, как это вообще выглядит-то. Не знаю, зачем назад пополз. Может, он хочет мне помочь? Что ты будешь делать? Не стоит спешить. Теперь погоди у меня. У меня 13% большая вероятность, что я опять проиграю. Почему он не может такой простой участок пройти?
Так, вот я быстро прошел. Цель обнаружена. Я думал, он сейчас повторит за мной, потому что у меня намного проще вариант. Я же тебе подсказал, почему ты не воспользовался моим. Я думал, он будет поумнее, Степан. Ладно, хотя бы уже обезвредили. Теперь погоди у меня. Он тактичный, но он элементарно зато не видит вещи. Ну, блин, могло бы получиться. Будет ли он недавно повторять? Я думаю, сейчас будет. Ну что, он раскачивается? Это ж так просто. Ладно, сейчас у нас будет все чики-пуки. Что-то он стал сдавать, как будто бы изменился. Как будто кто-то другой стал играть вместо него. А сначала было у него все неплохо. Явно надо восстанавливаться. Блин, чтоб тебе. Я не знал, что делать. Я не мог именно там встать. Ну так принципа не понял. Блин, блинский. Последний раз пробую, если не получается, то мы выходим. Хотя бы Степана немножко научили. Ладно, все, сдаемся. Отдадим ему победу. Идем в меню. Такая вот игра была, ребята. Вот, ссылка в описании, так что можете приходить играть в Вормикс. Хотя, я думаю, вы и так это все знаете. С вами был Дэри, ребят. Всем до скорого. Пока-пока.